Вчера столько месиво, прям вообще было столько разрушений, ранений. Эва, я не могу. Знаем это все, потому что сейчас вот заберут. У нас уже все, сестра мне сказала, что уже они, у них подписан документ, они знают точно, что уже референдум состоялся, не ожидая ничего, что уже не является субъектом Российской Федерации. Все. А, так уже это произошло? Да, уже все. Так что это то, что вот сейчас вот мы находимся там в Покровске или еще что-то, это уже субъект Российской Федерации. Все. А мы и мы тоже. И вы тоже. Просто дело времени, документы начнут гасить. Эти будут, наши будут, это Украина будет бить, отбивать, а эти будут говорить о том, что это территория России, тоже будут гасить, и все. И ничего не будет дальше. Мы потеряли вот и квартиру, и все, вообще даже бомжи бомжами. Боже мой, жили, наживали, да. И остаться. Мне сестра позвонила. У них друзья, их получается кумовья, дочка работает в Министерстве социальной политики в ДНР. Что она все знает. Она все сказала. Она сказала, уже давно подписаны. Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении ДНР в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождение их в состав Российской Федерации. Все. Херсон, говорит, и Запорожье, это так вот. Без проблем. Кто докажет, кто где голосовал, скажи. Да никто не докажет, конечно, никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили, жизни судьбы покалечили, поломали.